Таджикистане правозащитная организация «Коалиция гражданского общества Таджикистана против пыток» составила карту населенных пунктов страны, откуда чаще всего поступают тревожные сигналы. В карту внесены факты пыток, начиная с 2011 года. Всего с 2011 года и по сей день с жалобами на пытки жестокое обращение обратилось около 200 человек. 60% обратившихся в коалицию пожаловались на сотрудников милиции. Больше всего пытки и другие виды жестокого обращения применяются на стадии задержания и дознания. Правозащитники объясняют, что это далеко не случайность. Юридическая коллизия в части термина «задержание» позволяла правоохранителям произвольно толковать свои действия по фактическому ограничению свободы передвижения граждан. Учитывая, что больше всего задержаний производит милиция, то, соответственно, 60% обратившихся или 120 обращений жаловались именно на действия сотрудников милиции. Напомним, что в 2015 году житель Вахдата Умар Бободжанов был зверски избит сотрудниками местной милиции за ношение бороды, вследствие чего вскоре от полученных травм скончался в больнице. А в 2009 году 33-летний врач-онколог Хуршет Бобокалонов был забит насмерть сотрудниками ОМВД столичного района Самани. Примечательно, что в обоих случаях виновные так и не понесли своего наказания.